So, came back from holiday, middle of the night last night, and I'm straight into blog mode. I found these people that are really, really cool. They do these kind of painting sessions where they teach people to paint, I guess. It's like a masterclass. And they're holding one at a place called Cha Cha, which is a nightclub, but it's the daytime today. So I've come along here to see what it's all about, do some filming, meet some people, and have some fun. Издалека вообще будет, да. Не будет. Ух ты! Издалека. Видите, за счет того, что лучше, контрастов, да, вообще получается, да. Очень здорово. Угу. Вот это вот мне место особенно нравится. Да. Там зародилась там что-то произошло явно. И давайте тогда смотрите, сейчас горы я бы не трогала, честно. Да, все, они можно очень оставить. Они очень такие красивые. Можно поработать, если есть желание, вот с синтетенками вот здесь. Сделать более вот розовенький. So from what I can see, they've all been given like a photo or a postcard to copy, and then they're doing it in their own form, painting what they're saying basically. Some of them are coming out really well. I don't know if they're all beginners or what. I'll find that out a bit later. Да, еще можно помогать пальчиком. Можно добавить красочку. Открывайте с точками, отлично работает. И вот здесь вот сейчас у меня рекомендую, сейчас разберем голубой цвет. Пиво помогает? Пиво, это сидр. Такая воздушная. Ребят, всем привет! Меня зовут Андрей, я организатор проекта «Кисти краски». Рисуем мы 2 года, участвовать могут люди, которые не умеют рисовать вообще. Вы приходите, занимаете место за мольбертом и с художником рисуете картины. Крутые, сочные, яркие. И потом картину забираете себе. Приходят абсолютно разного возраста люди, которые работают экономистами, не знаю, животноводами, кем угодно, дети приходят. И все просто отдыхают от повседневности в таком классном формате. Нужно ли будет ее положить вообще? А красный, смотрите. Красный просто берется точки, где хотите. Такие вот акценты яркие. Вот здесь у вас. Так что за то, что я здесь первый раз. Ксюша или Оксана? Оксана. Оксана. Просто моя кошка зовут Ксюша. Это мое любимое имя. Вот это. Здорово. А скажите, процесс, сколько времени вы уже этим занимаетесь? Ну, я сегодня первый раз. Вот, да? Да. Это уже только что сделано? Да. Это первый раз. Да. Очень доступно, мне очень нравится. Супер. Да. Да. Катя очень талантливый педагог. А так получается, что здесь разные люди, может здесь кто-то дверь делает, может быть здесь кто-то вот так, да? Да. И за сколько времени обычно это типа можно создавать? 2 часа. 2 часа? Все. А кто будет? Это женщина, девушка там, да? Тоже 2 часа. Ну, 20? Да, да. Что сделала за 20 лет? Да. Да, я сама удивлена. Очень красивые работы у людей получаются. Ну, невероятной красоты, конечно. Да.
присоединяйтесь к нам. А кто решает им, что вы будете делать? Это мой выбор. Это ваш выбор, да? Да. Тогда, а кто-то, у каждого есть выбор или кто-то просто кто-то дает? Ну, сегодня свободная тема, поэтому сегодня пишут люди то, что им по душе. Но я сегодня решила нарисовать секрет своей стройности. Это любимая картинка, типа, получается, да? Балерина очень красивая, утонченная девушка. Молодец, как получается, да, получается. Спасибо большое. Okay, so they've got different classes, different groups with different types of art that they're doing. Today's like an open session, so basically what that means is they've got 2 hours to paint whatever they want. They're all given a picture, or they're allowed to bring their own picture along with them, and they've got 2 hours to do it. And some of these people in these 2 hours have created some amazing things. It's literally an hour in so far, and they've done so much. I'm so surprised that this little girl behind us has done the cat. It's ridiculous. 2 hours. I thought they'd been doing it for weeks. I thought they were doing coming here a bit each week and doing a bit more, but this is just a 2 hour thing. I'm gonna find out about the different types of sessions they have. If they have different levels and stuff like that. Let's see who else we can chat to. Можно я сделать даже вот так? Что, волосы прям прерываются? Выйди на улицу. Алло, да. Сейчас она поможет только. Да. Ну, здесь, знаете, это просто свободная тема, поэтому здесь разные вообще категории людей. А есть, выкладывают прямо детские какие-то картины, да, приходят дети, либо тематические какие-то вечеринки, то есть туда приходят только дети. Как вас зовут? Полина. Полина, очень приятно. Всем. Очень приятно. А почему вы решили это делать такая сказка? Абстракция? Я очень люблю абстракции. Это прямо... Это мое. Это любимое, да? Да. Вижу, что это дает тебе радость. Да. Что ты счастлива сейчас. Да. Это самое главное. Удовольствие. Да. Молодец. Это молодец. Очень... Да, что такое? Что это, да? Это пакеты для картин. Чтобы можно их было легко транспортировать. А это специальное приспособление, потому что холсты у нас на подрамниках, туда можно вставить вот такие деревянные брусочки, и здесь крепление для того, чтобы картину повесить. Какой-то красивый кот получился. Сколько ему лет исполнилось? У него же день рождения? Сколько, как ты думаешь? Год? Или два? Как его зовут? Тимка. Давай Тимку. Тимка, улыбайся. Так, готова? Раз, два, три. Молодец. Как вас зовут? Аня. Аня. Молодец, Аня, очень красиво. Ну, дайте сейчас вопрос задам. Красота красивая. Давай, держи. Держи, тебя сейчас спросят, и все. Ну, давай. Попробуй. Я просто в шоке. Это 2 часа только вы за мной, да? Вообще-то 1.5, как бы. Она такая, но она уже опытный человек. И я вот это вот... Рассиживать некогда. Я тоже не знаю. Это классно. Это 1.5 часа. Молодец. Самый красивый, мне кажется, здесь. Ну, например, она это на сертификат на подарочный нарисовала. То есть ей родители подарили, да? Такую вечеринку. Все? Ну ладно. Это ваше любимое дело, да? Нравится тебе это, да? Это кто? Это Егиня, которая медитирует на берегу моря. А почему вы решили именно эту фотографию сегодня? Потому что я преподаю йогу, я очень люблю путешествовать. Вот, и поэтому это символизирует меня. Так. Так, отлично. Смотрим любой взгляд.
восхищенный, восторженный, агрессивный, дерзкий, с вызовом. Считаю так. Раз, два, три. Оу! Можно побольше эмоций еще разочек. Раз, два, три. Гоу! А если вы будете здесь, в Владимире, приезжайте к нам. Мы называемся «Кисти краски». А можно найти расписание, информацию о нас в Инстаграме. Аккаунт «Кисти краски», нижнее подчеркивание, «Арт». И на сайте kistikraski.com. Там есть информация, там есть много фото, есть видео, как это все происходит. Будем рады вас видеть. Приезжайте в Россию. Тут сочно и ярко.